Здорово, вандалы. Значит, мы сейчас в Череповце. Да ебал! Меня зовут Снайк. Значит, мы сейчас приехали в Череповец. Это мой кореш Саин. Он нам расскажет, как все дела в Череповце. Значит, как изменилась культура граффити за последние несколько лет? Ну, слушай, определенно в худшую сторону. Сейчас практически не осталось ни одного художника, который бы рисовал именно как-то некоммерчески, безвозмездно, и делал бы именно граффити на стенах нашего города. Все бомберы, все команды, они все уже распались, все забили, и уже никого почти не осталось в настоящей движухе. Осталось пара ребят, которые именно, знаешь, коммерческие заказы рисуют. Чисто райтеры. Да, чисто райтеры, которые чисто только забавки делают. То есть вот именно нет ни одного свободного какого-то художника. Вот я иногда выбираюсь на стены порисовать, чисто за пару тяг оставить на районе большим таким маркером, молотовским, шваброй. Это по каллиграфии делают. Да, по каллиграфии. Бомбинга нету практически, да. Да. Те, кто делают коммерческие заказы, да, делают оформление, ну, для них делают там какие-то... Вот, например, у нас в Вологде есть ежегодный проект «Дыхание улиц». У вас есть что-нибудь подобное? У нас нету ничего абсолютно. Ну, вот смотри, ты занимаешься каллиграфией, да? Да. Ну, у тебя есть доход? Ну, да. Чем ты планируешь дальше заниматься? Ну, слушай, я думаю, дальше развивать каллиграфию, уходить куда-то больше, может, в дизайн, там какие-то новые направления для себя открывать. Допустим, я недавно познакомился с абстракционизмом, например. Я начал делать какие-то абстрактные, такие интересные работы, их тоже постепенно выкладывать, и вроде типа заходят людям, типа людям нравится, и мне нравится самое главное. Кто у вас вот, ну, лучше всех рисует, топовый такой художник? Слушай, раньше у нас был такой типок Сега. Сега? Сега. Сега! Вот, делал охуенные вещи, чисто по хип-хопу, олдскульные шрифты, все-то грамотно, по цветам, по композиции, кэриков рисовал там, и вообще много всего классного делал, но сейчас помню, резко забросил, так пропал с улиц, и нигде не появляется. А сейчас остался Фрикс, но Фрикс именно чисто коммерческую хуйню рисует. За бабки! Переводит с листочка на большой формат, какие-то машины там, прочее, Тебя кто-нибудь сейчас спонсирует? Ну, какие ты там плюшки получаешь, допустим, от Молотова, есть что-нибудь? Слушай, ну, к сожалению, мы с ними уже давно ничего не делали совместного, потому что что-то я промудился, я им очень долго все делал, как-то я так больше отдыхал для себя, что делал. И то есть, как бы, видимо, мы не очень хорошо сошлись, потому что я думаю, мы больше не будем работать, ну или, во всяком случае, не скоро это еще будет. У меня были косячки небольшие такие, и, в общем-то, мы так немножко друг друга разочаровались. Сколько ты вообще занимаешься каллиграфией? Три года. Подожди, а граффити в целом 6 лет. Мы с тобой встречались 2 года назад. Ну. То есть ты тогда занимался каллиграфией всего 1 год. И, например, и у тебя был уже такой, ну как бы у меня уровень. Был коллаб с Интидором. У тебя вот за 1 год уже... У тебя был коллаб с Интидором? У меня было 2 коллаба с Интидором. У тебя было спонсорство, у тебя было 2 коллаба с Интидором. Ну вот... Те, кто вот сейчас сидят, смотрят это видео, что ты посоветуешь, как вот, ну, например, они хотят что-то начать делать, с чего начать? Начать с себя, это да. Ну вот, а где найти материал для того, чтобы начать заниматься, допустим, каллиграфией? Свободный доступ есть, в интернете все. Вот вся информация, которая необходима. То есть, ну или в крайнем случае можно мне написать, и я все, в общем, скомпонирую и скину как раз такие. То есть можно вот все найти в интернете, чтобы начать заниматься каллиграфией? Этого достаточно. Ну и надо кого-то найти, типа какого-то знакомого, который бы тебя мог наставлять. Ага. Я могу кого-то понаставлять. Какая платформа? Ну вот, ты как начинал? С Ютуба? Я начинал с Ютуба. Там было много очень постов ребят, которые делают классные вещи. Особенно по красным пасты, да, мне типа воодушевил на это. Ну то есть как бы ты особо не учился, ты... Я самоучил. Ну то есть ты смотрел, как делают другие, попытался повторить это? Ну да. Я, короче, научился каллиграфию делать полноценную, прям такую уличную тэшку, сочную, секунд за 30, наверное, просто вывожу быстренько, так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Типа я особо не медлю теперь. Я раньше минут по 5 рисовал одну, а сейчас уже секунд 30 так быстро, быстро сделал красиво и ушел. Быстро сделал, ушел. И все довольны. Как все радуются. Ты натренировался на улице или ты на бумаге натренировался? На улице, конечно, разная среда рабочая. Вот, а что если, допустим, заниматься каллиграфией, заниматься на бумаге, допустим, делать там 2-3 года каллиграфию на бумаге и потом резко выходишь на улицу, как бы... Ну, типа, опыта нет, фигня. А зачем 2 года дрочить на бумаге? Типа, вот месяц позанимался, натренировал скилл, типа, понял буквы и можно выходить уже на улицу, делать красиво. Главное делать красиво, типа, не просто... Делай как надо, если будет как. Да, да. Типа, мы несем ответственность за наш город. Типа мы то, как он будет выглядеть. То есть мы должны понимать, что нам надо делать красиво, нам надо делать в тех местах, в которых это будет смотреться.
То есть не делать хуйню, а делать именно так, чтобы люди, если хотя бы даже не радовались, но они были довольны. We'll be right back.